Первый. Раз, вышли. Ну, уже неделя, наверное, ходит. Вот, видите, Романовка какая. Вот, подходит. Чеши ее, все. Такую, да, мамку такую хорошую. Чеши ее, и все. Да, моя красавица. Надо ее начесать. Надо стричь, скажи. А не чесать, мою красавицу. Да, мою красавицу. Иди, мелкая. Иди. Люська. Где моя Люся? Первый раз вышли. Вон. Какие ногти тоже стричь. Пузатая. Она как ходит. Мягко. Еще нету ни травы, ничего. Вон вышли. Ягнята. Мелкие. Люся. Люся. Все, старая пришла. Старая пришла. Так и не постригли еще. Ну, что есть, то есть. Все, собираюсь. Собираюсь и никак не собраться. Да, старая моя. 14-го года. А это вообще старше еще на 2 года. Старая, совсем мамка. Да? Лежит. Одна здесь ходит. Тоже. Зубов. Передних 4 нет у нас. Это сколько ей? 12 лет. А там лежит у меня 13 лет. Уже слегла. Ну, лежит корнем. У ней вообще нету передних зубов. Но задними так жует. Он бежит чесаться. Да, скажи, постриги нас, а то мы к тебе бегаем все. Чесаться, да? Чесаться бегаем, да? Романовка, говорят. Романовка очень пугливая. Да, моя старая, говорят, ты пугливая. Ты у меня сколько, 2 или 3 года ходила пугливая. Так, дождей нету. Холодно, травы нету. Так что вот такая вот у нас обстановка в Тверской области. Даст Бог, скоро пострижем, да, Люся? Люся, скажи, пострижемся скоро. Люся, вон. Да?